Друзья, всем привет! Мы находимся в Чернобыльской зоне. Сейчас мы посмотрим на последствия верхового пожара. Вот здесь очень хорошо видны последствия пожара. Деревья, которые убирались с дороги. Вот эта дорога на дугу. И вот что стало с лесом. Здесь очень хорошо видны последствия. Все деревья выгорели. Хвоя вся осыпалась, запах гари еще присутствует. Несмотря на то, что у нас уже около месяца идут дожди, запах гари все равно остался. Вся подстилка рыжая. Сейчас картина уже не такая страшная. Я представляю, что было после пожара. Можно представить себе, как здесь все горело, потому что все деревья до половины практически своей высоты опалены. Здесь плотный верховой пожар шел. Радиационному фону есть, конечно, превышение. Честно говоря, я не помню, сколько здесь было до пожара. А сейчас здесь в районе 60-70 микрорентген. Это по гамме. Давайте померяем, что здесь по бете. Меряем бету. Ну, в районе 100, даже больше. Ого. Но здесь значительные превышения. Все те радионуклиды, которые были накоплены в древесине, теперь вот здесь, на земле. Грязно. Обойти грязно. Замеряем сгоревшее дерево по бете. Существенные превышения. Вся та радиация, которая аккумулировалась в древесине, все это теперь превратилось в пепел и устилает землю. Здесь чуть-чуть поспокойнее. А здесь тоже опять выше. Вот так выглядит уже дорога на саму дугу. Впереди она виднеется на горизонте. Но природа потихонечку оживает. Птицы возвращаются. Но сложно представить, что будет с этим лесом, потому что очень большая часть его выгорела. Вся хвоя, она вся желтая. Возможно, какие-то из этих деревьев отойдут, но очень большая часть погибла, и, наверное, ее либо спилят,
и продадут, как большую часть леса в Чернобыле, либо они просто упадут и будет здесь сухостой такой. Такая вот картина. Сейчас отправимся на дугу, посмотрим, что там. Легендарная дуга. И вечный проводник по ней Тарзан. Любит сопровождать гостей. Излюбленное место для фотографии. И вот можно видеть, как близко пожар подобрался к дуге. Все деревья, которые окружают сами антенны, они все подгоревшие. Есть, которые более-менее еще живы. Тарзан! Такой маленький песик. Маленький песик. А вот здесь, смотрите. Все сгорело. Да такой веселый. Тарзан радуется нам. Давно никто не посещал, да? Давно никто не посещал маленькую собачку. Ребят, появилась информация, что на дуге установлена камера. И камера не простая, а с тепловизором. И вот интересно, те, кто поднимается на дугу, ловили вас или нет, Вохор? Пишите в комментарии, сталкеры, кто смотрит наш блог. Потому что очень интересно, правдива эта информация или нет. Дуга. Как всегда, величественна и прекрасна.